Сколько маков? Вот Евпатория. А мы едем в Севастополь. Все решилось буквально за 5 минут. Я с ребятами уехала. Я этому несказанно рада. Я 2 года не была в Севастополе. Покажу вам сегодня Фиолент, мое любимое место в Крыму. Ну и вообще сейчас саки закончатся, и мы свернем на не, уже такую незнакомую многим вам дорогу. Ой! Какой красный кабриолет! Почему во всех красивых фильмах европейских, когда дама едет за рулем в кабриолете, на ней обязательно какой-нибудь платок или шарф? О, сколько! Народ! Надоел всем дождик, первый теплый день, и все к воде. Грязная, конечно. Еще грязь поднялась со дна, еще не осела. Ветрище-то какой был тут, поди, волны небось были. Ой-ой-ой. Вода с песком. Оно вон даже по цвету видно. Сегодня прям чудесно. Так надоела эта серость. Такая в саках. Мост этот открыли вроде бы, но все равно пробка. Представляете, какая пробка? Это уже выехали уже за саки, и все, машины. Мы решили поесть. Я с утра вообще только цикорий попила. А тут вон очередь какая. Так, ну что, бери. Хватит дождь? Да. Рано? Ну что, плевать хотели на диету. А крошка пошла. Наконец-то на Севастополь поворот. Что-то пробка. Вторая авария уже за дорогу. Вот видите, как местность поменялась.
Уехали мы из степи, пошли пригорки всякие. Ну, уже осталось до Севастополя 40 километров, а может и меньше. Дай зажигалочку. Не знаю, куда засунула. И стаканчик. Миша, не стаканчик, да? Спасибо. Сады тут, сады, виноградники. Очень много тут. Видите, одни сады. А вон там море видно. Виноградники. Огромные прям. Площади виноградниками заняты. Тополя вот эти пошли. В Черноморском их нет. Совсем другое дело. Виноградники и море вдалеке. Но меня степь наводит тоску. Качу проехали. Пригорки. Вот такая местность мне больше нравится. Может, в Мурманске привыкла, что там кругом холмы. Какой там же прицеп с лодкой? И, короче, это поля-то какие. В чем лодка? Окружающее снимаю. Хорошая сегодня погода. Сосны, сосны. Красота же ведь. Или степь вот эта лысая.
так вот. Осталось 20 километров до Севастополя. Видите? Прям горы. Ой, а будем ехать сейчас по президентскому спуску с такой высоты. Мы как-то незаметно поднялись. Делается ремонт там 10-ку, там пятнашку забрали, тут 25-30, то есть только на отделку уже сразу. И через дизайнера, конечно, это возможно. Если просто копировать то, что есть, уже создано. Еще дай зажигалочку. Не знаю, куда засунула. И стаканчик. Миша, не стаканчик, да? Спасибо. И воздух, и грибы нормальные. Мурманская машина едет впереди. Я сама волнуюсь, как перед свиданием. Прям вот, ой, смотрю вокруг. Мне вот такой ландшафт больше нравится, чем степи. Приелось, да? Да просто. Ты, Костя, подскажи, что если не лежит душа продавать, так пусть перебирается в Севастополь. Ну, имеется в виду, вот там продать, здесь купить. Здесь вот под присмотром будет. Спуск собрались расширять. Гляньте, что тут творится прям. Только недавно делали это все. Ну как недавно? В 14 году, да. Все посрывали, гору целую. Делается. А там в той стороне, там Инкерман. Где винишко делают. Ну там не только там винишко делают, там и
база военная, морская. Тут такой длинный этот спуск. Неудобно, конечно, из машины снимать. Ну уж извините, по-другому я никак не могу снять. Что-то здесь будет грандиозное. Ну, наверное, развязка на Инкерман будет. Но все равно что-то уж прям. Там заканчивается спуск. Здесь вот, вот там вот под горой монастырь мужской. Я его как-то снимала. Это неотъемлемая часть видимо системы управления. Интересная, да? Гора такая. Вот это уже построили ТЭЦ. ТЭЦ. Уже при России, года два назад, достраивали. Балаклавскую. Ну да, два года назад еще тут какие-то работы шли. Махину какую. Грохли. Сколько денег в Крым вкладывается. Это просто вот я не представляю. И тут виноградники. Там вот за этими горами Балаклава. Тоже очень, мне очень нравится. У них набережная, ну просто как итальянская. Ну вот. Вот Севастополь начинается. Я Севастополь обожаю. Очень жалею, что мы уехали. Ну, тогда обстоятельства такие были. Куда это вы? Куда это вы завернули? Все, решили обратно ехать. Пробка, светофор. Не говори, погостил и хватит. Увидела Севастополь. Все, назад. А вы что, через Балаклаву? Или огородами? Позвонили, сказали, что там на 5-м километре светофор сломался. И там пробка жуткая. Ребята рванули огородами объехать. Я даже и не знаю, я тут не была никогда в этом месте. Куда это мы? Дорога тут, конечно. Вон море. Ой. Никогда не заезжала с этой стороны, но фиолент. Да. Вон они как. Прям сразу на фиолент приехали.
Нет, это вообще место огромное по территории. Я не представляю, сколько тут домов. Просто вот до домов в Севастополе, вот там вдалеке, все фиолент. И в ту сторону от моря. Скоро уже подъедем к Мишаниному дому. Дорога на монастырь. Ну, я сегодня схожу туда. Магазин вот 2 года назад открыли. Был раньше махонькой. Вот тут был магазин. А, ну да. Вот знакомьтесь. Это Клайд, а это Бонни. Боня такая активная собака. Я помню, еще 2 года назад. Ох, она тут давала шороху. Да, Бонь? Да, она стала толще за 2 года. Да, ты была худенькая такая девушка. А сейчас ты прям эх. А вот кота-то я не видела еще. А он давно у вас? Серьезный такой мужчина. Нет, серьезный кот. Always alone when the tide.